Друзья, всем привет! Нахожусь сейчас на пляже в Межводном. Хочу вам показать в этом видео, как идет подготовка к летнему сезону. А именно, что здесь происходит сейчас. Когда вы сюда приезжаете, здесь уже все вылизано, все покрашено, вычищено. Но в этом видео я покажу вам сам процесс, как тут люди, как вы уже можете видеть, красят, все чистят. Это уже отшкуренные зонтики, подготовлены под покраску. Скоро их будут красить и обратно вкапывать в песок и бетонировать. Здесь у нас работник все зашкуривает болгаркой, готовит под покраску. Все тщательно делает. Все должно быть красиво. Человек ответственный, знает свое дело. Сейчас пройдем еще на центральный пляж, на центральный вход. Посмотрим, что там происходит. Там также делают рабочие спуск к воде металлический. Посмотрим, что они там уже сделали. Здесь у нас сушатся дорожки после зимы. В общем, друзья, такая вот у нас обстановка в Крыму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорого!